Потушить пламя, эвакуировать пострадавших, оказать первую медицинскую помощь. Когда стихия берет верх, надеяться остается только на работу огнеборцев. А они свое дело знают. Всего в Курской области в пожарной охране трудится более 20 тысяч человек. Свыше половины из них добровольцы. Где готовят будущих специалистов и как в их ряды попадают девушки, выясняла Ольга Еремина. В норматив уложились, оделись меньше, чем за полминуты. В их профессии иначе никак, ведь лишняя секунда – чей-то шанс на спасение. Игиш Терзиян – студент 4-го курса. К учебе молодой человек подходит со всей серьезностью. Говорит, на их плечах лежит большая ответственность. Мы не можем себе позволить там лишний час поспать и опоздать на работу. Это все, жизнь людей от этого зависит, понимаете? Мы все выполняем четко, постоянно у нас проходят мероприятия, тренировки. Все четко прописано, как все, что мы должны делать. Поэтому мы не можем себе какие-то позволить роскоши иной жизни. Открываем бег и фиксируем. Первая помощь пострадавшему оказываем. Есть среди пожарных и девушки. Маленькие, хрупкие, будущую профессию они осваивают наравне с парнями. В том году мы были на соревнованиях. Мы поднимались по лестнице на второй этаж без страховки. И мы на время это все делали. Нам нужно было пробежать и подняться по подвесной лестнице. Мы заняли я в личном первенстве заняла третье место. Важна не только сила. Пожарная тактика, техника тушения и эвакуация пострадавших – первая медицинская помощь. Также студенты учатся справляться со своими личными страхами. Сражаться со стихией и вытаскивать людей из-под завалов может далеко не каждый. Во-первых, поступить к нам нужно иметь физическую подготовку, нужно иметь здоровье, которое они проходят медицинский осмотр. Если он не прошел медицинский осмотр и не годен, то к нам он не попадет. Учитывают и знания. Средняя оценка аттестата должна быть не ниже 4 баллов. Потребность в новых кадрах постоянно растет. Увеличивается и популярность профессии среди молодых людей. Понятно, что все они не приходят работать профессионалами пожарной охраны. Но они работают по специальности, как мы говорим, в народном хозяйстве, и обеспечивают безопасность, обучение населения, снижают риски возникновения пожаров. Переоценить роль пожарных невозможно. Каждый день они рискуют собой и по первому же сигналу отправляются спасать жизни. Ольга Еремина, Геннадий Воробьев, телеканал «7».